Так, привет, пацаны, ритейл хуй. Кстати, там это, я посмотрел повтор, и моя фича проебана. Потому что теперь у меня почему-то с двух каналов идет звук. Просто все вообще. Да, я проебал фичу свою, вообще не знаю, что делать. Нет, нет, там не весь стрим идет, там как бы... Первый кусок, он был потерян, и его пришлось переписать, я с дикого похмелья его переписывал, и Жак там типа монтировал видео, вот, а после 20-й минуты там идет одно ухо чисто, как и должно быть, как и было на стриме. Да не, кека, одно ухо вообще, это самая лучшая фича. Так, эта игра называлась вот так. Ну, мне причем кажется, если я переустановлю Windows, то опять будет одно ухо. Я не знаю, почему это произошло вообще, это очень странно. Потому что у меня какая-то дорогая карта, мне кто-то ее отдал, ну, звуковая, какой-то там Sound Blaster, безумный для студийной записи, какой-то с кучей выходов, с какого-то говна. И там, чтобы это, что-то я хотел сделать, я забыл. А, чтобы что-то даже записывать с микрофона через звуковые программы. Там куча, блядь, этих
видов захвата своего звука, микрофоны какие-то, блядь, разные. Разные режимы. Там есть режим типа what you hear. То есть вообще жесть. А, нет, когда я записывал эфиры с радио всякие, вообще я, наверное, часа два разбирался, как подцепить звук, чтобы записывался, который идет. Это просто жесть. Короче. Продолжаем ту игру. Игра вообще пушка. И, кстати, я начал проходить Altered Beast опять, только решил его пройти без сейв стейтов и так далее. Чисто прохожу на PSP. Еба. Хорошее начало. Да, я пройду и не в NES варианте тоже. Я потом пройду в копи с кем-нибудь. У меня же на Xbox 360 есть эмулятор MAME. И буду в копи с кем-нибудь проходить. Блять, опять, это же ошибка. Там же нету на боксе нетплея через эмуляторы. А на компьютере, который эмулятор MAME, то он это. Там рассинхрон безумный. Мы пытались что-то играть, скласть и даже стримить. И... Фак. Есть разбег, а во. И там, короче, дикий рассинхрон, вообще невозможно играть. Да, музон спизжен, как будто из Марио. Успел. Кстати, такого уровня, по-моему, не было в Марио, блядь. И прошлые уровни были клевые, там всякие эти. Скролл уровня. Какой-то клевый был, я уже забыл. А, да, в этой игре с водой, да, был, да. Тут, наверное, в каждом мире есть такой уровень. У пацана, кстати, какое-то лицо злое. Он реально какой-то злой, блядь. Глаза злые у него, вот. Ой, господи. Ну да, кстати, ритейл, это точно. Не, ну именно все-таки в Марио, по-моему, таких уровней вот не было. Ну, именно в первом Марио. Там на Супер Нинтендо уже были, да, такие уровни. А вот именно в первом, по-моему, не было таких. Были, да? Блин, давно не проходил, уже забыл. Я помню, там были дикие уровни, такие воздушные, по облакам прыгать. И там просто очень маленькие платформы. Там надо было по этим летающим купам прыгать. Это просто какой-то кошмар вообще был. Во, скролл уровень. Вот такие уровни были во Флинстоунах, я помню, на Нессе. О, музон, кстати, клевый. Я только единственное не пойму в этой игре, что дает время. Воу. Вот музон, кстати, знаете, на что похож? На Adventure Island. Вообще, один-один. Один в один. Фак.
А, походу, когда собираешь, типа, определенное количество этих звоночков, тебе дается бессмертие. Типа, надо целый циферблат собрать. Воу, господи, я испугался. Да, и причем пауэрап тоже из Adventure Island. Еще один в один. Так, не, все-таки я буду проходить с сейвстейтами. Что если так каждую игру отдельно проходить, сосать, это вообще я за год не пройду все его игры. Тем более в дальнейших играх не будет сейвстейтов, там уже с реальных консолей придется их стримить. С Dreamcast, с 3DO. Хотя на 3DO вроде неплохой эмуля. Капелька пота пробежала сейчас по спине, кстати, у меня от этого дерьма. Кстати, там не громко музон игры. То я сегодня погромче включил, в прошлый раз так тихо было. Ват! Вообще петух. Блять. Во-во-во. Это тот сейф. А, ну хорошо, что норм. Да блин, я говорю, это все. Это все сотни часов Battlefield, я разучился играть в платформеры. Теперь я не играю в Battlefield, надо играть в нормальные игры. Фак. В этой игре уже не свалить на плохое управление мое пососание. Кстати, я сегодня в умнике вообще прошел 4 уровня на грамотность. Там такие задачи, вообще жесть. Там типа 4 уровня. Там легкий, средний и гений. Я вот на гений вообще чисто затащил. Там слова, ни одного слова вообще не знал. Босс. Лол. Платформеры научат, во-первых, терпеливости, если проходить их без сейвстейтов, а во-вторых, как бы это назвать, не четкости, не резкости, блядь, блядь, как это назвать-то, качество? Короче, блядь, я не знаю. Дерзкости. Реакции, вот да, реакция, вот да. Я еще не так много играл просто в игру «Умник», поэтому тяжело подбирать слова. Но мне обещают, когда я пройду всю игру и выбью платину, да, я стану просто гением вообще. Да, реакция хорошая, короче. Да не, на самом деле в Battlefield надо будет поиграть, сейчас просто у меня... Сейчас времени не так много было из-за дня рождения. С работой там разбирался. Сейчас станет все повседневно, обычно. И можно будет и поиграть. Тем более новое DLC хочу посмотреть. Там Вася рассказывал, что крутой режим. Так, сейвимся. Гло, это типа такой босс, что ли? Он даже не атакует? А, вот. Воу! Блин, такое внизу, смотрите, ламантина. Вообще, просто, блин. Обожаю ламантину, блядь. А-а-а, я забыл! Воу! Видали? Чисто двойной удар, блядь. Спидран, нахуй. Блин, музон. Какое это лохнесское чудище, блядь. Фура, это ты, лохнесское чудище. Это ламантина, это вообще няшная штучка. Ламантины в покемонах клёвые были, блин, они вообще... Столько очков всегда дают за боссов вообще. И нельзя скипнуть, самое интересное, вообще никак.
О, жизнь. О, да, не работает нихуя, день рождения свой исправлял 2 недели. Во-первых, не 2 недели, сегодня 13 число, и исправлял я 7, 8, 10. 3 дня только, не пизди. О, доктор Вайли опять. В этой игре самый охуенный юмор вообще. 9 я не справлял, 9 я отходил с похмелья вообще-то. И валялся. А, я смотрел Люпина весь день. Сегодня посмотрел, кстати, 5 серий Люпина чисто. Он нас отправил в 1885 год. Дикий Запад. Офигенно. Блин, вот эту игру я все-таки, наверное, тоже пройду без сейв-стейтов. Теперь Дикий Запад. РДР, короче, как бы. Наглая. Левел дизайн спизжен с РДР 100%. Да, кстати, похож на паровозика Томаса, лол. Воу, розовые бочки на Диком Западе. Ну, прям да, вот. Так и было. О, смотрите, индеец. Лол. Он чё, ебанутый, блядь? Ладно. Злые розовые бочки. Щит. О, сапоги. Во, это сапоги Грина, в которых он ходит по Москве, типа. Да, Рики, именно так все и было. Правдоподобность. Сразу чувствуешь эпоху. Гражданская война. Ух, это из The Final Fantasy кактус этот. Как его там зовут? Я не помню. Блин, такой классный кактус в этом Final Fantasy. Вообще обожаю их, пиздец. Кактуар, да, точно. Они вообще крутые. Кактуары лучше Мейба. И лучше ветеранов. Блин, уровень такие короткие. Игра, кстати, идеально для спидрана. На следующем NES-марафоне я буду ее спидранить. Вот что я буду делать. О, сейчас на поезде, походу, будет уровень. Чё за сериал? О, грабеж поезда, пацаны. Шерлок Холмса будешь своего смотреть? Или чё там, блядь? Ладно, прости, Мэйб, ты моя солнышко, ты мой хороший. Блять, вот из-за тебя проиграл, пидор Владимирский, сука. Чё за Orphan Black? Даже не знаю такого. Не, Фура, есть клевый сериал, знаешь какой этот? Клан Сопрано. Это офигенный сериал. Еще. Что-то еще какой-то клевый сериал был. Блин, я смотрел, мне так нравилось, я забыл. Не, анимца много прикольного, вот Люпин офигенное анимцо. Вот его можно смотреть чисто по одной серии в день. Сюжета такого прям нету. Не, мэйп, можно стримить на Омске, это не убийство времени. Так, сейвимся. Да, индейцы вообще дикие. Сзади, смотрите, это гора, известно, как она там называется. Воу. Да, есть же этот, я помню, читал. Не особо много Кастанеда. И он же там типа поехал. В это, блядь. Где индейцы жили там в резервацию, короче, рядом с Мексикой, что ли, где-то там. И там, то есть он рассказал, как он жил с индейцами, там, как упарывался и прочее. Вообще они дикие просто люди, пиздец. Как они там живут, рассказал, как они в туалет там ходят и прочее. О, блин, этот индеец. Привет, я индеец, не лгу. Я задаю вопросы, ты отвечаешь, окей? Ну, давай. Я буду играть на моих барабанах, сколько ударов типа я сделаю.
Так. Раз. О! Не-не, давайте еще раз. Так, тихо, все, пацаны, тихо-тихо. Так, тихо-тихо, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. 13, значит. Походу, 13. Ло! Сказал и умер. Сказал неправильное число и умер. Вот я считаю, так со всеми 14 бледями должно происходить. Ладно, 11. Ох, ты хорош. Награда 3 жизни. Индейцы не врут, типа. Да, я читал Дон Хуан. Ну, я дочитал, короче, до того момента, где там уже какой-то ад начался, какой-то с космосом, там что-то связано, с какими-то трансгалактическими путешествиями, там какая-то третья или четвертая книга, и дропнул. Вот. Сначала 9, потом 11, это отсылка к 9 сентября, к 11 сентября, короче, была. Эта игра предугадала теракт. Вот да, походу... Ау, щит. Так, блин, я забыл засейвиться. Я вот, видимо, тоже до путешествия этого дочитал. Блин, а хотя жизни до хера было, можно и было потрайхардить. Ну да, я тоже где-то в университете это все дело читал. Я много читал там Бероуза всякого, Буковски всего прочитал в университете. Всякую такую, короче. Битников всех читал, альтернативную всякую литературу. Этого Керуака там читал. Кого еще? Ну, кого? Не помню. Спидран, честно. Не, Бероуз клёвый, мне вот, ну не знаю, в принципе, его фантастические книги тоже клёвые, но мне, конечно, больше всего нравится, как она называется-то, Джанки и Пидор, типа, самые крутые книги. Блин, ну «Голый завтрак» — это для неподготовленного читателя вообще дичь. Там надо даже знать, как читать, там, первая строчка то, вторая строчка то, третья, типа, его ощущения, там. Лучше фильм, наверное, посмотреть сначала, а потом книжку читать, чтобы хотя бы какое-то понимание было, о чем он пишет. Да, у него, в принципе, все книги такие ебанутые, кроме вот фантастических, где он пишет там про другие планеты, что-то еще такое, не помню их. И вот Джанки и Пидор, они вообще написаны совершенно обычным языком, просто очень мерзкие. В Джанки, типа, как он попробовал героин первый раз, типа, украл из аптечки его там. И вообще, то есть как он жил, там рассказывается, что прикольно. Как выживал, как переезжал, а в Пидоре, как он пытался слезть с героина, уехал в Мексику и... И пил текилу на протяжении сколько там... Долго он там скрывался, короче, полгода где-то. Кстати, уровень, походу, повторяется. Он такой же, как и прошлый. Оу! Хайп трейн! Воу. Так, стоп. Блин, вот этот кактус, который там типа сигналит. Вообще офигенный. Fuck.
Не, я помню, мы, кстати, это из «Голого завтрака» читали какие-то моменты, прогуливали, когда институт. Читали жесткий, там какой-то момент был, то ли с анусом говорящим, то ли с жопой, я уже забыл. И он такой культовый момент. Вообще, там безумные диалоги. Блять. Ладно, будем потихонечку. Фак. Еще на этих облачках подлетаешь. Чисто физика пара. Блять. Вообще разучился я играть, пацаны. У меня идея. Клевая. Не, не получается. Чтобы закинуть шапку, короче, за эту трубу. И чтобы она там постоянно била его. Было бы прикольно. Так, они тут близко вроде. Так, тихо. Лол, смотрите, он почернел внизу. Все, умер. 50 тысяч очков. Все еще тогда Уэлша читали. Там много всяких. Вот эти все оранжевые книжки, короче, что выходили, все их читали. В институте. Ват! Лол, вот это ловушка. Ват! Блять, ну и катсцены. 1632, что там был, Наполеон, что ли, или кто? А, ниндзя. Спасаем Харуху. Оф, щит, музон. Нинджа Гайден, короче. Лол. Блять. Ну, Ваху много кто читает. Пир тоже читает Ваху с Лентом. Надо тоже почитать будет как-нибудь. А как, кстати, эти матрешки называются, вот эти суки, они же какие-то там вообще. Охраняют дом, что ли, они от чего-то? Или что они делают? Кстати, это отсылка к Гексу, эти уровни, отсылка к Гексу, там такие же уровни были. Тоже по бамбуку бегать. Синий ниндзя. Не, на самом деле очень легкая игра. Чисто как этот. Пенник ресторан там или Кот Феликс вообще, то есть не сосешь почти. И жизни столько много копится. Хочется в бамбук нырнуть, знаете. Было прикольно. И чисто куча монеток снизу таких. Фура, да я, мне просто лень сосать, как бы. Смотри, спидран, видишь? Видал вот фура, смотри. Че там реки вкинул? Этот кактус. Да, он чудесный. Да не, на самом деле мне просто неохота тратить много времени на какие-то игры. Ну, на стримах именно. А так самому перед вечерком можно пососать, перед сном пососать можно. Да не, я, наверное, говорю, на NES марафон следующий буду стримить ее чисто. Попробую без потери жизни пройти ее вообще. Ой, это кто такие? С пиками. Ну не тоже без потери жизни, короче, попробую хотя бы заспидранить ее очень быстро. Фак. Музон! Ладно, чуть пососем. О, дальше викторина, кстати.
от ниндзя будет. Это, наверное, надо будет угадывать эти канзи всякие хуинзи. Блять! Тут надо бежать. Да, уже 8. Да много. Фак. Сейчас мы там просто смотрим спидран. Чисто пох, блядь. А игры... А от игры в Ваху? Ну, блин, ну Слэм же тоже читает Ваху. И Слэм нормальный. Speedrunning General! Блять. 9. Правда, это вроде прошлый уровень. Это вроде прошлый уровень был. 10. Угу. Лол, это был прошлый уровень. А игры по Вахе, кстати, по-моему, говно же полное. Я помню, кто-то стримил. Слэм, как раз, по-моему, и стримил. Которая там типа Space... Space... Marine. Короче, она типа говёный клон этого. Gears of War. Бля, на говно, ты чё? Я в плюсе её бесплатно давали, или там мне Ваня на аккаунте подарил, я прошел 3 уровня. Она вообще хуйня. Не, я тебе про Space Marine, не про стратегии эти. Я как бы не ботаник, я не играю в стратегии. Ну, в Дюну там на... Сеги можно поиграть. Ну, мультиплеер везде норм, потому что он всегда веселый, и ты играешь с кем-нибудь. Я ниндзя Хатори Суизоу. Ответь на эти вопросы. Чего? Бля, пацаны, нужен морф или какой-нибудь виабу? Типа, кого мы можем встретить в вот этой эре? Сушай, блядь, самурай и Дарума. Вот, видимо, поэтому эту игру не выпускали за пределами Японии. Ну ладно, будем брутфорсом. Не самурай. Не Сушай. Дарума. Поняли, вот вы, короче, можете Даруму. Все, один вопрос только. Ну это морф, вот по-любому знал, кого там можно встретить. Ну это какие-то типа клан, какие-то ниндзя типа, блядь, что-то такое. Хер знает. О, музон вот этот самый клёвый. Ты speedrunning shit. Воу! Блин, слушайте, пацаны, эту игру офигенно спидранить просто. Выучить, где все враги, и пробегать, даже никого убивать не надо, блядь. Спидран! Просто. 30 тысяч очков. D610, ответ на этот вопрос знает любой детсадовец в Японии. Ну, блядь, да. Вообще, с первой попытки заспидранил. О, это локация из Street Fighter 2, где дерешься с этим. С Хондой. Воу. Воу. Та же игра похожа по легкости на игру про пингвинчика, она такая же легкая. Так, сейчас посмотрим, что там. Так. Дарума. А, это куклы какие-то вот эти. Как раз вот эти куклы, да, и есть.
Офигеть. Не валяшки, типа. Ванька, встань-ка. Лол. Игра Дарума от Соси... А, от Оси. Традиционная японская детская игра, требующая хорошего глазомера и рефлексов. Блин, прикольная игра, кстати. Полемика. Надо почитать потом. Прикольно. Ты-ты-ты-ты. 14 шляп. Блин. Не, нельзя. Нужно, чтобы было 14. Если пройдешь игру с 14 шляпами, то у тебя будет best end. Блин, тогда а чё за вопрос-то был? Причём там эта игрушка? Чё-то я не понял. Да фура скопируй, ты чё, ленивый, блядь? Ты в лальце там кликаешь вообще в секунду по 5 раз. Держишь там всякие эти миды, хуиды, блядь. Тут скопировать надо ссылку и всё. Так, сейвимся. Да забей, пускай фура копирует, он в лальце там, блядь, ебашит. Фак. Спидран! Блядь. Оп, спидранин, чисто. Оу. Блин, сраные ниндзя, почему они так появляются? Блин, наверное, потому что они ниндзя, да. А чё там затянки в лальце? В смысле, которые играют, ты на их голос, что ли, фапаешь, типа? Там, ой, фура! Там, блядь, какие слова? Я просто не знаю, блин, какие слова. Типа, блядь, там, встань, фура! Фурфак, пожалуйста, постань! Фурфак там, блядь, пушей, там, хуюшей, блядь. Сука. Блин, какой-то тяжелый босс. Блять, спиздили из Люпина, он, они всегда так на этих штуках улетают. Не, какие там есть, типа, супер эти, какие-то там скилл, как там, я не помню. Фур, подскажи, как там, типа, самый крутой скилл какой-то есть. Не, легкий босс, кстати. Когда там супер крутой скилл жмешь, там всех раскидывает, что-то такое происходит. Фак! Фурфак, я погулял с тобой в лесу. Так, садимся. Все. Лох, штанишки упали. Воу, 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 щит! Быстрее, быстрее! Офигеть! Блин, крутейший босс. У него трусики в горошек, кстати. Панцушот чисто был. Блин, пока лучшая игра Кенджиина. Офигенная просто игра. Мне прям очень нравится. Лучший платформер ever. Блин, 15 жизней, надо срочно просрать одну. А лучше две. Так, сюжет, сюжет. Блин. Этот злодей самый крутой вообще, что был в видеоиграх. Не, лучше 4 тогда, чтобы 12 было. А, не, блядь, 3, 3, 3 надо проиграть. 2010-й, блин, почти рядом с нами. Офигеть, будущее. Почти наше время, пацаны.
Ебать, вот у меня также, кстати, на Выхино. Вот один в один, просто поход с Выхино срисовывали. Офигеть, чисто Выхино. Блин, музон в каждом мире одинаковый. Так не очень сделать. Сука. И опять этот, ну, внизу типа упадешь и тебе пиздец. Да! Сука. Все за фурфак, блядь. Че же я так сосуд, а? Воу-воу-воу-воу. Так, сосаемся. У вас таких же в 2010-м ходили в таких же костюмах? Охуенно. С понеделка по пятницу. Лол, что? Техника перетворення. Хоть и дурите, Наруто. Так, нахуй. Это, наверное, это Шиза, как там, вот эта фура, то, что ты вкидывал. Типа даберы Шиза там, или как. Не знаю, почему я хожу по головам. А от удара сбоку умираю. Не знаю. Наверное, в жизни так же. Ты ходил по головам в жизни, а вот просто нет. Если тебя ебанут сбоку, то ты, в принципе, умрешь. Хотя, наверное, если по голове пройдешь кому-нибудь, то он тебя тоже ебанет. Ват! Как я вообще упал-то? Спидран. Мульты и рестлинг? А детям можно разве рестлинг смотреть? Или это типа как 2x2? Мультики для взрослых, там Симпсоны всякие. Рестлинг для детей? Да ладно, там, по-моему, плюс 16. Там же, блядь, это... Такие бывают сцены всякие. Вот. Вот. Вот я, например, по 2x2... Показывают это. Ночью рестлинг, то есть. Для детей, сука. Макдональдс не ресторан, ну да. Да фак! Я помню, какие-то чуваки типа звонили. Там в детстве все передавали друг другу болванки, там всякие пранки были, вот это все говно. И там был пранк, я помню, слушал. Типа чуваки звонили в ресторан заказывать столик в Макдональдсе. Типа, вы же ресторан, вы позиционируете себя как ресторан, блядь. Доёбывали там их. Забавно. Но самый охуенный пранк это был про вампира. Когда чувак звонил бабушке и говорил, типа, алло, это вампир, блядь. Или там дедушке какому-то. О, вот это инопланетянин. Криповые. О, сейчас будет квиз про будущее. Блин, что же спросят? Типа, будет ли на Украине война там? Или чё, блядь? Здравствуй, землянин. Ответишь на мой вопрос? Используя специальные способности, догадайся, что пойдет вниз. Нифига себе, а чё он кидал-то, я, кстати, не помню. По-моему, ракету он, да? Или спутник? Конденсер, я вообще не знаю, что это за слово. Что такое конденсер, пацаны? По-моему, он кидал ракету. А, не, ракеты летали. Значит, спутник и вот конденсер. Наверное, конденсер, потому что хуй знает, что это. Второе. Ну, сателлит, это спутник.
Давай второй раз сейчас засоримся. Ракету, лол. Лол, каждый раз разное еще он. Вот, это типа никогда неправильно... О, угадали. Это типа реально надо использовать свои суперспособности, чтобы угадать, что он выбросит. То есть он каждый раз разное еще. Офигеть. Хардкор. Прям вообще. Ты-ты-ты-три-три. Вот самый клевый музон. Лол. Розовый корпус от NES. Летаем на нем. Пфф, вот эта траектория. Вау, 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 щит. Так, сделаем сейв тут. Ты. Сюда. Тихо. Тихо. Блин, они так сидят на корточках. Спидран! Лол. Будущее в игре лучше, чем наше настоящее в прошлом, ставшее будущим сейчас. Воу! Ну, пожалуй, да. Так, там что-то, походу, секретик. Ват! Охуенный секретик. Могу ли... Блять. Могу ли я кидать так свою кепку? А я не пробовал, надо попробовать. Мне жалко так кидать кепку. А вдруг она грязной станет. Так. Воу. Вы видели? Просто это была левитация. Левитационные способности. Я встал на самый край. Сюда прыгнул. Фак! Да я учу, видишь? Да не, на самом деле она и правда простая. Я уже жалею, что начал сейв-стейтами проходить. Было бы офигенно. Пососать. Мой Дишенька вырос, уже левитирует. Лол. Офигеть, у меня глаза вытекают от этого уровня чё-то. Гайки. Оп. Да, клевая. Анимация вообще просто. Прям как в жизни, видишь, пропеллеры все мигает. Блин, ну инопланетяне вообще. Лол. Ну да. Блин, ну ДКС не про детализацию игра. Она про геймплей.
боссу тайму. Ват. Офигеть. Офигеть. Клёвый босс. Прям под ним. Тихо. А он, кстати, не дамажит, когда на тебя едет. Так, тихо. Перепрыгнем. Фак. Ой. Не тот сейф. Блять. Ну блин, фура, японцы как бы им похуй на графон вообще. И они больше привыкли к 2D графону. Даже, например, Disgaea, там офигенный графон, 2D графон. Ну, в смысле, такой, как это, спрайтовый, пикселизованный, типа. Как это называется-то? В принципе, это ни одной, кстати, крутой игры нету, по-моему, японской графически. Вообще, не знаю. Ванквиш вроде ничего. Ванквиш. Красивый графически. Якудза более-менее. Лол. Ну да, уровни там очень красивые, да, в принципе. Ну как, так себе. Ну, блин, в этой же, в Рагнароке то же самое. Где мы? Ни в прошлом, ни в будущем. В странном месте. Время ебанулось, короче. Это мы попали в страну чудес, что ли? Алиса, типа. Улитки на пропеллерах. Окей. Блин, это реально какая-то Алиса... О, пинбол, типа. Ритейл, почему ты обзываешь? Не обживайся. Пожалуйста. Новый музон, кстати, внезапно. Кстати, эти кони есть в игре этого. Умник на Вите. Оттуда спиздили чисто. Воу. Прыгающий мир. Опасный момент. Они, кстати, смотрите, как мигают. Интересно, это эмуля проблемы? Или и в оригинальной игре так было? О, скейт. $45,000. $22,000 уже. Еба. Okay.
Это что за... катается? Уа, это кто еще? Ебать, тут, блядь, криповые какие-то штуки. Лолрики. Оп. Что это за штука-то, я даже не пойму. Это кто? Синий хач какой-то, что ли? Кто он? Пиздец. Офигенно. ГГ попал вне времени, ну, не в прошлое, не в будущее, а в какое-то странное время, типа. Сейчас будет викторина опять. Что же спросит у нас в этом времени? Короче, мы сейчас вне времени. Лол, эта штука нас спрашивает. Поздравляю, что дошел до сюда. Мои вопросы тяжелы. Какое имя? Чё, блядь? Кого мы преследуем, короче, чтобы найти Хакуру? Причём она до этого была Харука, а сейчас теперь Хакура. Мы преследуем... будильник? Нет. Нет. Время? А, ну время, блядь. Ну да, мы же во времени. Блять, вот легкий вопрос, пиздец. Да, мы же во времени бегаем за ней, типа, по всем временам. Мне нравится, когда неправильно на вопрос отвечаешь, ты умираешь, так падаешь чисто замертво. Синий Хачико. О, вкусный уровень, блин. Я бы сейчас съел что-нибудь сладенькое. Ну да, но мы любуемся игрой, поэтому норм. Блин, я бы той штуки еще, что внизу, короче, это, попил бы. Зефирки. Блин, фу, эти склизки, наверное, портят тортики. Улитки портят. А что у тебя за тортик? А что у тебя за тортик? Дай кусок. А у меня есть, знаешь что? У меня, бля, у меня нихуя нет. Не, вроде что-то было. Да не, я только поел, на самом деле. Нельзя так часто кушать. Я стану толстым. Не, у него, наверное, медовик. Белорусский медовик. А есть постные торты. Смотришь на состав и все. Картофельный торт, лол. Большой такой драник. Сверху крем из сметаны такой выложен. И укроп. Не, у него пирожная картошка, типа. Вкусно описал драник с кучей сметаны. Да меня сейчас блеванет, слышь, фура, я сейчас на стриме буду блевать. Драники же они из сырой картошки делают. Хотя не, вот говняш вкусные драники сделал. Говняш дра... Сейвскамим, короче. Ой, это сейвскамим, блядь. Короче, набиваем очки. Да, пропитанная вкусней. Чё там? Лол, это криповый чувак. Короче, насчет постных тортов, конечно, съедобные. Ну вот, например, в медовике
там от какой-то фирмы, я не помню, типа самая популярная там. У них там нету яиц, например. Там как бы на молоке типа делается. А улиточка, это знаете, это улиточка Гэри, типа из этого, из... Как там, Губка Боб? Так, ласт босс. Блять. Сюда сразу пойдем, короче. Лол, надо перепрыгивать. Фак. Он будет тяжелый. Хотя, не очень вроде. Это что такое? Это что такое? Это что, блядь, за хуйня? Это типа психологическая атака, она ничего не делает. Просто ты пугаешься, типа, что он выпустил. Лол, забыл атаковать. Что это за шляпа вообще? Вот что это летит сейчас? И он еще так радуется, когда выпускает ее. Самая бессмысленная атака босса ever. Так, что там Рики вкинул? Да, 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 вот эта улиточка, она клевенькая такая. Она мяукает еще, по-моему. А, сработала эта штука, типа прыгать начинаешь дико. Я, то есть, стоял далеко, и она не работала. Офигеть. Вот это атака, конечно. И наоборот, пацаны, смотрите, управление, наоборот. Жмешь вправо, он бежит влево. Офигеть. Это, типа, у него такие... Он колдовством занимается. Ёбаный Вайли. Забыл опять атаковать. Блин, все атаки начали работать. Сука. Это улитка-кот? Привет, Фрост, блядь. Это улитка-кот? Я не знал даже, что она кот. Ну, она клёвая, я бы себе такую хотел, кстати, да. Ай, наоборот, все наоборот, наоборот. Фуру там торт, по-моему, с чем-то не тем. С просроченным кремом. Белочка, кстати, клевая вообще там. Она же в космическом этом ходит. В костюме астронавта, типа. Я помню, была охуенная серия, когда у нее типа спячка была. И она там ебанулась, проснулась, все ела. Жирная такая ходила. Лол! 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 Это еще не конец! Он из разных эпох, смотрите, врагов кидает. Офигеть, Готи, просто Готи. Xbox One без Кинекта? Ох, это хорошо, кстати. Да сука. Да фиг знает, какой это там первый сезон или что. Я смотрел по ТНТ. 1991. Оу, блин, каждый раз, сука.
каждый ёбаный раз. Да что за хуйня? Короче, буду просто уворачиваться от них. Ну да, там же какой-то дико крутой Kinect, поэтому, видимо, и дорогой. Ну, либо они решили повысить продажи. Отдавать в убыток себе. Продавать. $400 это, кстати, вообще норм. В принципе, можно и купить за $400, правда, и так игр дохуя. Да сука, блядь. Да, это ценник PS4. Но только американский ценник, не русский. В России, блядь, пиздец. 25к. Кстати, а до сих пор столько стоит PS4, мне интересно. Или да, уже понизились до 18. Ну да, я вот тоже думаю, мне кажется, будет пиздец. Как на видеоиграх нет, за 40к продавали там. И кто-то купил же причем. Офигеть, до сих пор не понизили. И чем они это мотивируют, русские магазины? Типа до сих пор этот... Как называется, блядь? Дефицит, типа. А мне кажется, этой игры нет спидрана. Она вообще какая-то непопулярная, пиздец. Потому что, наверное, много заимствований из других игр. Говорю, на как раз на следующий NES-марафон замучу по ней спидран чисто. Вот и посмотришь. Фак. Оп. Да, будут с этим. С Titanfall'ом и еще с чем-нибудь продавать. О, мы спасли тяночку. Они няшатся. Бля, это лучший конец моей жизни просто. И опять няшется, сейчас пошли. А, не. Офигеть. Канал закроют. Так вот оно что было, вот это твист. Типа каждый раз, когда мы дергали эту веревочку, нас на следующий уровень нес голубь. Офигеть. Голубь — это аллегория спермы. Окей. Блин, жалко, переводчик не, ну, хуёво сделал, и мы не сможем прочитать, кто... Ну, то, что тут написано, Кенджи Ино, что он делал. Да, на японском, видимо, проходить. Ему, короче, лень, видимо, эти титры было переводить. Да когда, Джей? А я фук. ФБТПДАТ. ЛГУК ТИСБДАТ УФП. ФАТНИК ЛДАТ САСФИ САРИ. Гениальные люди разрабатывали игру просто чисто.
Блин, Форд, ты вообще кому-то там головы отрезал, лягушек кидал на дороге, вообще ты какой-то ебанутый, блядь. В лалец играешь, пони смотришь, героина мало употребляешь, главаря объебываешь, просто пиздец. В Белоруссии живешь, блядь, тортом не делишься. Пиздец какой-то. Потому что по ней не существует. Поэтому. Блин, они няшутся. Не, кстати, если бы Xbox продавался с этим, с Dead Rising 3 и вот этим продолжением Panzer Dragoon, было, ну, установленным, было бы офигенно вообще. Было бы просто 10 из 10. Короче, они будут няшиться. Так, мы посмотрим, пока такая следующая игра. Так, сейчас водички еще налью. Пока смотреть, как они няшатся. Конец, все дела. Сейчас приду. Пони нету. Африку я видел, да, на этом. На BBC показывали там Африка. А вот пони никогда на BBC не показывали. Так что пони это пиздёж. Это было... Окей. Так, ща мне еще там позвали помочь. Пиздец, сейчас прохожу. И батя слушает, короче, какое-то радио. И там голос Адгуста чисто. И он рассказывает про каких-то хипстеров, про что-то еще. Походу, Адгуст на радио. И радио, по-моему, Эхо Москвы, блядь. Типа, пригласили Адгуста на интервью. Так, ща приду. Так, следующая игра у нас. Это Казино Кит 2. И что там делал Кенджи, мы сейчас посмотрим. Кенджи делал музыку для этой игры. Всякие звуки. И это, короче, типа азартная игра для детей.
И она не выходила в Японии, только в Америке выходила. Сейчас будем играть в казино, короче. Главное только у фуры не спрашивать, на что ставить там, блядь, или еще что делать. Ох, щит, USA сразу был. О, в этой игре были сохранения. Офигенно. USA. Прошел год, как в прошлом казино, типа, победил ребенок всех, объебал. И выиграл $1 000 000. Но все азартные игроки решили замутить новый челлендж. Типа, выбрали лучших игроков. И среди них был мистический лидер. Никто не знал, кто он на самом деле. Чтобы понять, кто этот мистический лидер, ты должен победить всех лучших игроков во всем мире. Вот это, блядь, всего мира, вот это просто сюжет. Ты ребенок казино. Не можешь отказаться от их челленджей, потому что ты король казино всей Америки. Вот так вот. И, короче, другой король этого казино, блядь, короче, что-то там пиздец какой-то. Пацаны, есть Россия. Николай Бунин. Вообще, готи, блядь. Рие Ленка из Китая. Руи Мишима. Япония. Так, кто там в Бразилии? Давайте посмотрим. Алтон Сильвер. Усач какой-то. Нигерия. Офигеть. Абу из Индии. И Джуйна Нагула из Австралии. Ну, я думаю, надо начать с России. Будем в... Блин, смотрите, нет, тут сложность, походу, показывается. Давайте самое легкое выберем. Во, покер самое легкое. Покер тяжелый. Рулетка. Абу. Рулетка с Абу. Иронично. Блэк Джек. Вот, давайте в Блэк Джек в Австралии поиграем. Чисто летим. Вы прилетели в Австралию. Так, ладно, фура, сколько мы ставим? 10 или 1? Или сколько? Так, у нас $200. 10, давай, 10. Так. Король. 13. У нас 13, пацаны. Можно оставить. Сплит, это, по-моему... Типа, две руки, чтобы было. Double down. Хуй знает, что такое. Surrender, сдаться. Хит еще брать. Берем еще, да, фура? Окей, давай, 10. Ну, это очко, да. Ну, не, блэкджек немного другой. По-моему, в блэкджеке нет такой хуйни, как в очке, чтобы туз мог быть и 11, и 1. Вот. Короче, берем еще хит. 21 чисто, стенд, все. 17. Вы победили, молодой джентльмен, юный джентльмен. Так, блин, надо побольше ставить тогда. Блин, только 10, это ж пиздец, мы заебемся. Давайте 10. Так, 5, 14, 4, блять, это просто омская игра, 13, 14. Чё, фура, берем еще? Или оставляем. Бля, стрёмно, вот да, я тоже думаю, стрёмно. Ну вот в этой игре мы точно не будем использовать сейф стейт, потому что проебётся вся магия казино. И тогда будет неинтересно. Ну берем, давай, берем. Фура, фура! 18. Ну я думаю... Блин, а давайте посмотрим, что такое Double Down. Сейчас сделаем Save State. И посмотрим, что такое Double Down просто. Интересно, что такое Double Down. Так, мы не можем
с этими картами сделал дабл даун. Так, тогда посмотрим, что такое сплит. Лол. Короче, оставляем. 21! О-о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 -
Так, 11, 21. Fuck yeah! Ничто не может побить твой блэкджек. Ты победил. У Чанки, кстати, грустное личико такое было, вы видели? Чё фура, 16 берем или как? Вот, сейчас попробуем еще заодно тогда. Save state. Double down. Так, твой double down принят. А, это типа увеличить ставку, походу. Воу, щит, не-не-не, так нечестно. Короче, double down надо делать, когда где-то 13-14. Потому что... Короче, то есть мы в одно время, значит, берем карты и кому повезет. То есть она соглашается дать, повысить ставку, и я. Мы не видим свои карты и кому повезет. То есть это пиздец какой риск. Так, а сплит тогда что такое? Блин, ну хер знает. Так, мы берем, да, тогда? Давай, берем. Четыре. Соснули, блядь. Не, на, кстати, клево, мы с батей прошли в коопе. Так, 12. Чё, берем фура? Давай дабл даун, фура. Будем дабл даун делать. 12, это чисто Анька. Не, давай не брать, давай дабл даун. Будешь дабл даун, фура? Или чё? Короче, дабл даун. Опасненько, опасненько. 19. Fuck yeah. Smart move. Вообще. 225. Чисто. Фура дабл даун, да, это точно. Да, не, я покупал, чтобы пройти с батей в копе, потому что... Это игра от его любимого геймдизайнера, как его зовут-то? Марк, что-то там, вот, ну, Вискас, наверное, знает. А, он делал Crash Bandicoot. Так. 9, 11. Чё, фура, дабл даун? Еще один. Рискуем. Ну, давай. Ну-ну-ну, 18. Оу, 20 у нее. Музон что-то, кстати, так себе. Я думал, получше будет. Че, 15 берем? Или как? Не, было бы прикольно, если бы кто-нибудь из друзей взял Xbox One, и можно было пройти Dead Rising 3 и этот... Ну, сиквел этого... Panzer Dragoon. Ну окей, давай, сам поучаствую, я беру тогда. 21, чем 18. Ну, оставляем. Ready, call. 23, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Теперь она мешает, смотрите. 10, 20. Ну, оставляем. Мы победили. Так, 20. Ну, тоже оставляем. 17, ха-ха-ха. Да, кстати, я тоже очень жду E3 Microsoft, потому что, в принципе, на прошлом E3 они офигенно столько выкатили всего.
Так, 18. Ну, почему, если ты победил, у тебя стало меньше долларов? Почему? У меня, смотри, 225, у нее 65. Все четко, как бы. Оставляем. Хайп, 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 хайп. Е-е-е, 17. 245. Так, 55. 16. Блин, фура, ну тут ты решай. Берем или оставляем. Давай, фура. Подумай. Это серьезное решение. Это очень серьезное решение. У нее дама, да. То есть у нее. Ну, дама это 3. То есть, скорее всего, будет перебор. Не, почему перебор? Дам-то это 3. Ну вот я тоже думаю, то есть у нее, скорее всего, либо. Если у нее 10, например, там, то у нее будет 13. Она возьмет еще, и у нее может быть 18, 20 там и так далее. Если у нее там туз, то у нее 14. Не, по-любому. Надо брать, то есть это как бы тут риск довольно благородный. Бред, чип. Короче, берем. У нее 17. Фу, блядь! Я нажал стенд, а не хит. Оу, мэн. Офигеть. Чего? Морф, у тебя даже сотого орла нет. У меня сотый орел, и я наиграл там часов 120 только. Что ты выдумываешь-то, Морф? 19, оставляем. 23, ха-ха-ха. Вот давай сейчас, Морф, даже проверим, сколько у тебя часов. Что-то Морф, бля, выдумывает, пиздец. Давай сейчас разоблачение Морфа, короче, на стриме будет прям. Давайте, блядь, 300 часов, он говорит там, да, блядь, сейчас мы посмотрим. 300, блядь, хуёв он сосал в своей Рязане. Так, как там логинится, блядь? Так. Вроде так. Скип, нахуй. Так, сейчас посмотрим. Так, давайте, блядь, смотрите, нахуй. Блин, сейчас посмотрю захват. Вот так, давайте я вам сделаю, блядь. Смотрите, вот, у меня сотый орел, блядь. Наиграно. Как там смотреть часы? Вот, смотрите, тут видно часы где-то. Вот, часы. 198 часов. Смотрим, блядь, этого рязанского петушка теперь. Как там смотреть друзей? Так. Так, так, блядь. Как его зовут-то там? Вот. Так, 300 часов, блядь. Сейчас проверим. Часа! Даже меньше, чем у меня. Мы наиграли 300, блядь, часов. Мы наиграли 300 часов, блядь. Ёбаная соска вообще. КД 0.75. Чисто даунская просто КД вообще. Это вообще отдок. Так, я напоминаю свою стату. То есть Морф 300 часов играл. Я типа давно не играю, там вся хуйня. 198 часов, блядь. КД 1.09. Рязань, блядь, сосет. Вот так вот, блядь. Морф просто наглый рязанский лжец. Иван Латыпов, блядь. Морф, ты включи стрим. Ты смотришь, Морф, стрим? Вот просто, Морф, ответь мне. Так. Она проебала? Морф, ты смотришь стрим или как? 11. Вот, видишь, туса 11. Так, мы берем еще. 19. Оставляем. 14. Сука. Семнадцать.
Ну чё, фурфак мы берем, оставляем. Я даже не знаю, что. Чип это... Так, сейчас я напишу туда морфу. Короче, чип, это, что я хотел сказать, это я стримлю игры Кенжиина, то, что я вот стримил D-игру на марафон, это пятая его игра, и, короче, до этого был прикольный платформер, дико рекомендую, называется он, сейчас мы посмотрим, как он называется, вот так, Time Zone, вообще просто 10 из 10, я не дрочил соло. Короче, ладно, пускай сосёт этот хуй. Так, 17. А, фура, что мы делаем? Оставляем или еще берем? Да не, ну просто морф как бы очень жестко начал лгать, и это очень неприятно. 8. 11! Ват! Вот это вообще у него картишки. Как радуется-то она. Ладно, играем дальше. 10, 20, ну, естественно, стенд. 19, ха-ха. Так, 10, 16. Блин, фура, чё, стенд, хит, или чё? Когда мы её победим, она разденется, блядь, hope so. Ну, там же есть ещё русский Николай Бунин. Я надеюсь, вот он не будет раздеваться. 24, сука, фура ебаная, блядь. Камень, как обычно. Все, больше фуру не слушаем. Так, 8. Дабл даун делаем. 16. У-у-у, она отыгралась. Надо было взять еще взятку и взять карту и потом делать дабл даун. 10, 20. Ну, стенд. 17, ха-ха-ха, ничья. Лол. Давай поставим один. Сейчас, один. А, ну типа регулировать, видишь, по одному можно ставить. Вот так. Давай один поставим. Ради интереса. И рискнем. 214, чисто. Бля, не надо было рисковать, слушать фуру в 2014 году. Ебать. Блэк Джек. Пиздец. Так, 3. 14. Рискуем, блядь. Дабл даун. Ну-ка. Она обыграла уже нас.
дабл дал. Ха-ха-ха. Отыграли. $226. 10-21. Blackjack. Так, хорошо, пошло-то, добро, все. 9-19. Ну, оставим. 13-22. Ха-ха-ха-ха-ха. 38. Кстати, чип там говорил еще, сейчас я прочитаю, о чем говорил. Со звуками из Panic Restaurant'а, да, потому что в Panic Restaurant'е тоже писал Kenji на музон, как и в этой игре. 17. Ну, если у нее там десятка, то у нее 18 она уже выиграла. Если у нее там туз, тоже она выиграла. Если у нее там меньше, она может взять больше. Блять. Ке-ке-ке, что мне делать? Рисковать, взять еще одну карту или сбрасывать, короче. Ну, либо оставлять. Стенд, окей. Пидорский кек, блять. Потлач, ария, нахуй. Кипелов, блять. Сука. Надо было рисковать. 7. Дабл даун. $28 осталось. Так, сейчас она помешает. Карта. Лолфур. 23, найс. $18, блин. Плохой знак. Она сейчас выиграет, скорее всего. Так, 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 так. 14. Кек. Давай сейчас проверим еще раз кека. Смотри, кек, у нас 14. Что делать? У нее десятка. У нее уже по-любому больше, чем 14. Вот миллиард процентов. Надо брать по-любому. Не, а почему? Может выпасть 2, может выпасть 3, может выпасть 4, у тебя будет 20. Ну, я беру, короче. 21! Найс! 20. Найс. О, да, сейчас мы выиграем. Сейчас мы выиграем. У меня даже денег не хватит, чтобы поставить. Шлюха ебаная, блядь. 7, 17. Ну ладно. Оставим. 19. А-а-а. Больно. Так, 10. 18. Блядь, тоже оставлять? По логике кека. Два! Все, бля, я не следую больше логике кека. Так, 10. А почему король 10-то? Валет. А, это в блэкджеке, короче, все картинки, что ли, 10 получается? Ебать, я думаю, как в очке, там, 3, 2, типа. 4. Ну, оставляем. 21, ну ё... Дабл даун. О бой. 9-17. Мы опять проебываем. 14-18. Ну что ж такое-то? Офигеть, она отыгралась уже. Надо было сейф-стейт делать, лол. Ну нет, тогда потеряется магия казино. 12. Дабл даун. А кстати, смотрите, банк ворует доллары. У нее было 100. 14. Дабл даун. Оу, е! 68.
Блин, фора, видишь, иногда везет, надо рисковать. Карты любят риск. 15. Хит. Сейчас проебем. 15. Блин, что-то я как-то, оказывается, не знаю, блэкджек. Почему 15? А, типа туз становится одним. Значит, в очке нельзя, чтобы туз был одним и 11. Че, хит тогда? 25. Лол. 10. 18. Стенд. 17. Найс. Так. Карты любят счет, а деньги любят счет, не? Стенд. 24. Найс. Так. 10. Еще не знаю, рискуем. Дабл даун. Дабл даун! Еее! 38. Так, мы возвращаемся к успеху. Так, 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 блять. Вам не азарт уже. 6, 5, 11, дабл даун. Окей. Ну-ка, ну-ка. Хорош. Так, сейчас не будем рисковать. Блин, фура, надо рисковать. 14, делаем дабл даун, фура. Фура, пожалуйста, что мы делаем? Не, мы не будем сохраняться так нечестно, надо страдать. Магия казино, блядь. Чё, фура, дабл даун. Смотри, фура, мы сейчас проебываем. Все просто, блядь, проебем сейчас. Дабл драгон, блядь. Дабл даун, драгон, краун, йоу. 18, стенд. 13, 16, блядь, 22, ха-ха-ха. Dragon Down. Дракон Down, я представил. Со слюнями такой хуэт. Вместо огня у него слюни изо рта. Так, чё такое? Do you want? Чё это значит, пацаны? Чё значит это, блядь? Неустойка, что ли, какая-то? Чё такое insurance? Страховка. Я вот тоже неустойка, типа. Ну, нам нужна, пацаны. Кикике, нам нужна страховка? Я просто вот не знаю, нужна ли она нам или нет, блядь. Нужна, давай. Блядь, я тоже дал... Ча, фура что-то пишет, смотри, аж, блядь. Как Хач написал. Все, давайте, страхуемся. Пять! Что?! Типа, блядь, я ставил на то, что у него блэкджек? Или чё? Я чё-то вообще не понял. 22! О, бой! И причём... А, не, мы проиграли anyway, бы у меня 12 было. Офигеть. Офигеть. Блин, все тянут так, разводят. Стенд, блядь. Иди нахуй. Сука, блять, опять череда неудач. О, мэн, о, мэн, о, мэн. Дабл сейчас, дабл даун делаем. Дабл даун. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еее. 10, у него 10 осталось? А, нет, 33. Нормал. 21, хорош. 18. Блин, опять плохой знак. Тогда на 18 мы все слили. 7. 11. Пфф. Нечестно вообще. 20. Стенд. 17. Может, когда у нее остается 10, стоит начать играть на 1? Хорошая идея. Стратегически полезная, в принципе. Да. Так,
Я думаю, нам надо взять и сделать дабл даун. Как вы думаете? Сейчас посмотрим. 13. Да, дабл даун, давайте, рискуем. А, нельзя. Сука. Тогда берем еще. Сука. 9. 19. Опять это страховка. Сейчас мы делаем сейв стейт, я прочитаю помедленней. Так. Давайте ставим 5. А, типа, смотрите, если у нее нету блэкджека, то она нам дает 5 баксов. Если у нее есть блэкджек, то мы ей даем 5 баксов. Ну да, тем не делаем, просто надо было понять. А почему я вот не могу делать такую страховку? Я бы ее обибал, у меня столько раз был блэкджек, блин. Вообще нечестно. Только тян, типа, могут, да, делать страховку? 17, ей. А как я могу, Рики? Мне надо кричать, типа, страховка? А, там написано. Блин, я что-то не видел. Дабл даун. Рискуем. $21. Хорош, хорош. $8 Не, Рики, смотри, когда у меня блэкджек происходит, то экран начинает мигать, и автоматически я выигрываю, и все. То есть так происходит. Так она тебе иногда с блэкджека еще $5 накидывает. А, ну, окей. Возможно. Фу, ты и поставил 10. Ну, может, не зря. 14. Фак, еее. Мы сейчас выиграем, пацаны. Мы сейчас выиграем. Еее. А так всегда делаешь сейф стейт перед важным моментом, и ты выигрываешь. Найс. Оу, ноу. Еее. Вот так вот, блядь, сука. Да. Так, чё, пацаны? Можно сходить к Николаю Бунину. У нас теперь есть опыт в блэкджеке. И мы можем попробовать отделать Николая Бунина. Да, давай, тут 3 звезды, видишь? 3 звезды и Николай Бунин, я боюсь его. У него, блин, борода еще вообще. Он на Жака похож, он тоже героинчик, видишь? Чунли. Ну ладно, давай. А чё Чунли-то? А, у него рулетка. Ну давайте. Давайте рулетку. Летим на самолете. Офигенно. Мы появились в Китае. Так. Пробовали ли вы 12? Это типа Анька, что ли, тестирует меня? 12, 13, 14 или что, блядь. Так, пацаны, насколько я знаю, типа, не стоит ставить вообще на цифры. И лучше, блин, что у меня с носом сейчас? Короче, лучше стоит ставить на цвета. Там меньше выигрыш, но всего лишь вероятность небольшая. Вот можно поставить красное. Десятку, например, на красное. Так, стоп, стоп, БТФ. Так, поставим 10 на красное и поставим на 13 черное одну. Так, стоп. Вот так вот. Мы поставим одну на 13. Ну и на 14, давайте. Ради чипа поставим на 14. 2 поставим. Все. Я ready. Чисто прям как в жизни. Так, 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 так. Ну что там? 5. Красная. Ну, нормально. Мы угадали красная. 1 к 1. То есть, когда... это как бы бессмысленная получается ставка тогда на красном. А, нет, 20. 20. Нормально, нормально. Попробуй 12, она говорит. Попробуй 12.
А, смотрите, тут еще можно ставить с 1 до 12, если выпадет. И с 2 до 12, с 3 до 12. Че, блядь? Поставь сразу на красное-черное. Да, кстати, это спидран ход такой. То есть, anyway, мы у него выиграем 100 баксов. Давайте поставим тогда. Сейчас. А, и выпадет 0. Кстати, да. Да, 0 же он зеленый. Так, давай сейчас сделаем save state, потому что это серьезная игра очень. Так, мы поставим, короче, на красное полтос. А, тут больше 10, фур, нельзя больше 10 ставить. Понимаешь, в этом говно-то. Так, ставим тогда десятку на красное. И, ну, наверное, десятку на черное, похуй. И на 12 она говорила, да? Тут ты просто вернешь свои деньги. Блядь, ну а как забрать-то? Сука, нельзя забрать. А, я третью туда ставлю. А, не, все. Ну ладно, учтем эту ошибку на будущее, ставим на 12. Не, понимаешь, Кек, почему это идеальная страта? Страта в том, чтобы у нее отбить бабки. Она же не выиграет мое. То есть я буду выигрывать у нее по 10 долларов, по чуть-чуть, и все. То есть это такой sort of speedrun получается. Короче, она сказала ставить на 12, мы поставим на 12. Давайте 2 поставим. Погнали. Бля, волнуюсь, сука. Фух. 0 был рядом, вы видели? 21. Ну, это почти как 12, только 21. Так. ЛОЛ! Она мои деньги еще выигрывает. Не, пацаны, это плохая страта ставить на 2 цвета. Это пиздец плохая страта. 95 у нее уже. Так. А чё за от? Вот, смотри, вискас. Чё такое от? Вот это что такое? Ставка от. Поставил на оба цвета, все равно проиграл. От это нечетный, да? Она говорит поставить на нечетные. Чё, поверим? Давайте сделаем safe state и проверим, стоит ли верить шлюхе. Так, сейф. Так, давайте поставим по максимуму. Так, десятка. Сейчас попробуем, короче, ва-банк ебануть. 10, блядь, 10, нахуй. Вдруг она правду сказала. Мы сейчас въебем ее сразу. А нечетные это какие вообще числа-то, блядь, я даже не знаю. 16 четные! Четные! Не-не-не, пацаны, мы грузимся. Просто мы проверяли, как бы, правда ли, что женщинам нельзя верить, там все дела. Давайте поставим тогда, обманем систему. Ставим тогда на четное. Ставим. Сейчас чисто спидран, короче. 10, блядь. 10, блядь, 10. Сейчас мы обманем женщину. Она хотела обмануть нас, но, блядь, нас не обмануть. Ну-ка, ну-ка. Оп! Все, мы выиграли, пацаны. Не, рулетка тут, кстати, не рандомная. Можно к спидрану готовиться, выучить, что будет, когда, и все. 45. 100 долларов мы выиграли. Найс. Слушай меня внимательно, пацан. Пожалуйста, поставь, блядь. Охуенно. Так, мы тогда тоже save state сделаем. Мы все, больше не пользуемся ими. Будем сейчас сами сосать тут. Так. На что ставим тогда, решайте, пацаны, четное, нечетное. На числа не будем ставить, можно 1-2 ставить на числа, в принципе. Но будем ставить вот либо красное, черное, и четное, нечетное. На что ставим? Вы
выбирайте, короче. Тут музон, кстати, пободрее чуть-чуть. Черноное. Давайте черное. Ставь черное и четное. Ну, блин, это слишком рисково. Можно по десятке, в принципе, поставить. Давай черное. Десятку. И четное. Десятку. Крутим. О, бой. Мы все проебали. А, не, четное было. Ну, норм. Десятку ей отдали, короче. Никто не проиграл, никто не выиграл. Так, 300 на 0. Не. Попробуй четные, нечетные. Так. Не, она сказала, попробуй либо четные, значит нечетные. Ну, либо те, либо те. То есть она просто дала подсказку. Давай четное. Ну давай. Десятку на четное. Давай двадцатку на четное. Похуй. Рискуем. Хотя до этого было четное два раза. Судя по удаче, как бы не может быть. По теории вероятности. Ну похуй. У нас 335 долларов, поэтому можно рискнуть. Четная. Заебись. Так. 45 долларов у нее осталось, пацан. 25? Типа она мне отдала... А, мои деньги назад еще умножены на 2, понятно. Что я говорю, очень помогает. Пожалуйста, ставьте. Так, пацаны, что мы делаем? Фура, что делаем? Давай. Я даже не знаю, просто что-то опасненько. Красное ставить? Ну, давайте красное, пацаны. Что, 10-20 ставим? Или сколько? 10-20. Решайте. Десяточку, ну давай. Да, будем потихонечку. Лучше никуда спешить не будем. Потихонечку чисто. Так. Так, так, так. Красная, сука, красная. Пожалуйста. Красная ползе, бля. Ау! Найс, 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 найс. Вообще. Двадцарик чисто подняли. Так. Не, самая крутая игра в Рашке. Знаешь, какая? Буркозел. Вообще 10 из 10. Попробуй 12. Вот давайте проверим еще раз. Это Анька, блядь, она обманывает который раз уже. Safe state. Домино, да, все играют на районе чисто за столиком. Так, 12. Блин, стоп, 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 стоп. Давайте проверим. Десятку на это и... На 24, да, давай поставим. Не-не-не, подожди. Не-не-не, фур, зачем? Зачем? Мы же проиграем так много. На 21 еще можно поставить десятку. Хотя это тоже бессмысленно. Только рисковать и все. Не, надо ставить тогда на красное. Мы сделали же сейф стейт. Поэтому похуй. Ставим на красное. И погнали. Нет, 12 не будет. 23. Ну, похуй. То есть она обманывает 100%. Как бы мы... Просто никто ничего не выиграл, никто ничего не проиграл. Нормально. Так. Вот, она опять подсказывает четное, нечетное. Чё ставим, пацаны? В чем суть игры? Мы маленький ребенок. И пытаемся выиграть... У самых крутых азартных игроков по всему миру. У русского игрока по имени Николай Бунин. Потом у этих... У японцев. Вот сейчас мы играем с Чун Ли, блядь, какой-то. С Кеком Ли. Короче, что мы ставим? Четное, нечетное?
Да, это казино для детей. Давайте, пацаны, это сейчас решающее дерьмо. Четное, да, ставим? Окей, четное. Не, фура, она говорит, попробуйте поставить even or odd. То есть туда или туда. Не, давайте на четное. Похуй. Десяточку поставим, потихонечку чисто будем. Четная, хорош, хорош. Фура, фура просто вообще. Чисто 10 из 10. Так. У нее осталось $5, пацаны. По 12 она имела в виду ставить на какое-то дюжинное число. Ага. Думай, пацан, думай. Так, пацаны, ну вот сейчас тогда давайте только красное и черное. Не, давай 5 ставить, зачем? Не-не-не, мы давайте только красное или черное. Давайте вот 5 на черное, раз Рики говорит, тогда поставим 5 на черное. Потому что у нее $5, проиграем, так у нее будет 10, и потом мы выиграем. Давайте, погнали. Черное. Еее! Фак еее! Все? Я больше не хочу с тобой разговаривать! Я больше не хочу с тобой разговаривать, пацаны! Она обиделась на нас. Все, идем к следующему оппоненту. Делаем сейф стейт. Так. Вот кто там пришел. Вот, смотрите, там сейчас будет Николай Бунин. Видишь, Николай Бунин, чисто. Жак. Борода как у Жака. Криленки, давайте. Что за Риленко? Я не видел. Так, Риленко. А где Риленко-то, блядь? А, это мы въебали, вы чё, блядь? Так, куда мы идем, пацаны? В Россию. В России очень тяжело, тут блэкджек. В Англии есть Пол Куитон какой-то. Рокки Хаммер, блэкджек. Казино Кит, это вообще, видимо, какая-то ад, просто ласт босс. Тут покер. Вот в покер, в принципе, я неплохо играю, более-менее. Так, в Нигерии покер тоже. В Абу рулетка. Го покер, ну давайте покер. А чё в Китае? Ой, в Японии тоже покер. Ну давайте. Давайте покер, окей, сейчас. Вот, пойдем тогда к Элтону Сильверу играть в покер. Чисто вылетаем, пацаны, летим. Мы появились в Бразилии. Привет, сладенький. Так, это дроп-покер. Анте, ага. Анте, короче, это обязательная ставка. Так, вейт, это дроп-покер. Это вообще ужасно, я вот такой не умею. Это тут менять карты, это же вообще пиздец. Не, я люблю вот когда ривер, то есть техасский холдем, типа, вот он самый лучший. Так, давайте посмотрим, что у нас. 6, 9, 2, 10, 8. Флэш мы не можем собрать вообще никак. В принципе, стрит есть небольшая вероятность, потому что у нас 8, 9, 10. То есть если выпадет... Не, можно двойку только поменять. Если выпадет 6-7, то у нас будет стрит. Ну, блядь, очень маленький шанс. Надеяться на пары тоже вообще, в принципе, глупо. Давайте просто посмотрим, как тут играется. Вот, поставим один сначала. Бля, он повышает на 4, надо отвечать.
Как тут менять-то карты? Блять, ну давайте согласимся. Что? Я не фолдовал? Ват, блять. Чё-то какой-то тут вообще дикий покер. Play Santé. Не, это не отсылка к Билли Киду. Это была популярная игра, в общем, в Японии была казино Кид 1. И первая часть выходила только в Японии, короче. И там надо было победить всех крутых американских азартных игроков. Вот вторая часть вышла, наоборот, только в Америке. И мы побеждаем теперь весь мир. Типа сиквел, все дела. Я тоже нихуя не понимаю. Так, у нас есть пара. Король туз-туз можно оставить. Блин, и просто по идее вообще карты должны меняться. Ну, райз, блядь. Давайте, райз. Блядь, давай. Тут нельзя менять карты или что? А, вот, все. После первых торгов можно менять карты. Окей. I get it, блядь. Так, карты, которые мы оставляем. Мы оставляем десятку. Холд это же оставлять, правильно, да? Десятка. Десятка. И туз. В принципе, король не нужен, блядь. Ну да, все. Как, блядь, сейчас сделал сайдстеп, потому что непонятно какое-то управление, дикое совершенно. Так. А, во, все, понял. Так, 4-7. Да, ничего не дало, у нас как бы пара десяток только и старшая карта туз. Если вдруг у него десятки. Ну, похуй, давайте посмотрим, что у него. О, бой, у него два туза. О, еще и четверки, две пары. Офигеть. $111. Так, 2, 6, 9. Можно, в принципе, рискнуть, пацаны, и попробовать собрать этот флэш. Это все одной масти. Будем рисковать, фура. О! Он пасанул, даже не надо рисковать, короче, лол. А с чем он пасанул? Валет. Ну, бля, не знаю, я бы все поменял, оставил бы только туза на его месте, чё бы нет-то. Но он засал. Так, ставим антенн. 7, 3, тройки, девятки. Так, ну мы пока не будем рисковать. Окей, да, тоже будем. Нормально. 5, 4, заебал. Ебанутые тут торги какие-то совершенно. Так. Тройки оставим. Ой, блядь, не то. Тройки. Так. В принципе, можно и валет оставить. Да, давайте мы оставим валет еще. Так, четыре. Валет. Ох, хорош, не зря оставили валет. Так, у нас две пары. Давайте поднимем ставку, что ли? На 10 прям сразу. Кол. Ну, окей. Ха! У него только старшая карта восьмерка. Но он, видимо, хотел собрать стрит. То есть у него 3, 2, 3, 4, 5. Заебись. Сразу $400 у нас. Так, дама 3, 7, 8. Ну, блядь, дамы оставим. Не будем пока ничего повышать. Так, оставляем дамы. Блин, конечно, музон такой своеобразный. Написал Кенджиина, блядь. Что-то он прям, у меня аж голова болит от него. Так, ну окей. Дама, король.
Блин. Хотя нет, нет, не выпало. Но он вообще одну карту оставлял, то есть он чисто на удачу надеется. Поставим один. Чё за салатик покушал? Рики. Так, нифига себе, вот эта рука у него. Тройка тузов. Это вообще пиздец. Очень редкая рука. Офигеть. Ну ладно, мы не так много проиграли, чтобы расстраиваться. Так, 9, 7, 8. Стрит не собрать. Можно попробовать на флэш оставить тут стройку. Ну, это шанс вообще пиздец маленький. Ну, так и так и сделаем, похуй. Так, оставим туз и тройку. Да, кек, он однообразный. Ну, в принципе, если вас заебал пиздец музон, можно его включить более хороший музон. Тоже игровой. Крутое радио можно включить. Так, дама, туз. Блядь, вообще пиздец. У нас ничего. Ну, старшая карта туз. И все. Да просто огурчики, помидорчики, оливковое масло, итальянский трав. О, заебись. Я бы тоже сейчас такой салатик съел. О, мы выиграли даже. Мы выиграли, офигеть. У меня тоже ничего не было. Так, так, так. Мужик какой-то невеселый он, это. Говорит-то. Ничего веселого. Окей, давай мы тоже повышаем. Да ладно, итальянские травы ништяк. Я тоже со итальянские специи везде добавляю. Они вкусные. Чем мы оставляем? Ну, валет. Даму. Да и, в принципе, мелочи-то оставлять. О, хорош чисто. Двойка. Давайте на 10. Хотя он может испугаться. Надо уметь блефовать. Но он оставлял 3 карты. То есть у него либо, блядь, тройка, либо... Хуй знает, короче. Рискнем. Ответил. Две пары. У него двойки и тузы. Он пидор, блядь. Более старшая пара. Он выиграл, да. Щавель. Щавелевый суп. Фур, ты кушал когда-нибудь щавелевый суп? Такой ад, блядь. Так. Ну, опять оставим дама и валет. Ничего у нас нету. Старшая карта король. Ответим 2. Не так много. О, у него туз есть, офигеть. Не, а суп вообще дичь, он адски кислый. А щавелевый, ну, щавель сам более-менее нормальный. Но он полезный очень, в нем там какие-то вещества вообще дикие. Так, дама, дама. Давайте оставляем даму тогда. Окей, отвечаем. Бля, он 3 карты тоже оставляет. Пиздец, если мы на одной звезде охуеваем в покер, что же будет на 3? Так, дама, дама, туз. Он ставит 3. Ну, ответим. А чё за хуйня? А, у нас поменяли уже. 3 уже кайн. Пидар. Пидар. Что-то он очень хорошо играет. Чё? Пацаны, чё он спросил? Я поставил $200. Я скипал, читал. Ебать, он поставил all in. И мы согласились на это. И рука говно полная, хотя... Нет, тогда... Бля, как я не хотел ва-банк. Мы делаем сейф стейт. Не, мы сейчас попробуем, да, стрит собрать. Мы сейчас чисто рискнем. Нам нужна девятка, либо туз. Либо туз. Давайте мы как бы оставляем все карты. Не, фулл хаус это другое фур. У нас стрит может быть.
Full House это все одной масти они. Но я сделал сейф стейт, если нет, то посмотрим, какие у него карты, будем мы действовать из этого. Нечестно? Пиздец. О, он проиграл! Лол, он с какой он рукой он пошел ва-банк? А, он пытался флеш собрать. То есть у него не хватило одной карты, которую как раз он поменял, он пытался флеш. И мы выиграли только потому, что у нас король. Вообще, тупой австралиец. Я просто в шоке, блядь. Не зря мы согласились на ва-банк. Но не, на самом деле, это магия сейф-стейт. Когда делаешь сейф-стейт, всегда выигрываешь. Все, хорош, пацаны. Чисто затащили. Усач, короче, соснул. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну да, тупо удача, на самом деле. Че, пацаны, че дальше выбираем? Блэкджек в России трехзвездочный. В Японии покер. Не, вот покер опять не будем. Ну да, он был изи. В Индии рулетка, вот дикая вообще есть. В Нигерии покер. Такой не супер тяжелый. Не знаю, можно рискнуть вот на рулетку в Англию. Либо вот на блэкджек в Канаду. Да, они все чемпионы мира. Но просто кто-то еще круче. Давайте в Канаду. Чисто летим в Канаду. О, тут ночь, ночь, пацаны, смотрите. Динамическая смена времени суток, блядь. Не то, что там в Metal Gear Solid, блядь, Ground Zeroes. Нифига себе. Тут, походу, сложность различается только количеством ставок. То есть эта сложность, в принципе, ее нету. Это именно величина ставок. И у него уже $1000. И это играть просто пиздец как долго. Твоя ставка слишком мала. Пацаны, это вообще high stakes уже. Стейкс, блядь. Я даже не знаю, блядь, я 20 поставлю. 7. Хотите ли вы страховку? Сейчас мы посмотрим, блядь, как он играет для начала. Изучим противника. Хотим, блядь. Это был... Это не был блэкджек. И мы выиграли 10 баксов обратно. Так. Я не знаю, что фур. Можно рискнуть даблдаун, в принципе. Можно взять карту. Что мы делаем? 300 поставим, когда изучим его психологию. Когда мы будем знать, как он ставит, там, как он себя ведет. Или когда блэкджек будет. Берем. Не, ну можно этой... Тут наша победа. Тогда давай даблдаун. И поставим сотку. Можно рискнуть, в принципе. Даблдаун. А, ну тут просто десятка ставится сама собой. 10-20, точнее. Так, 14-20. Блядь! Обидненько. Так, 11-16. Можно, в принципе, брать, потому что туз превратится в 1. То есть, насколько я понял, тут туз превращается в 1. Че, мы берем фура? Можно рискнуть, как бы. А вдруг двоечка и будет 18? Или вдруг троечка и будет 19? В принципе, с тузом-то можно рисковать, получается. Да и можно даблдаун, в принципе, ебануть. Короче, даблдаун, похуй. Так. 19. Ничья. Так. Как в этом говне умудряются деньги зарабатывать? Никак. В казино всегда проигрывают. Так, опять страховка. Я боюсь этих страховок. Не, нахуй. В писку даже не буду. А, ну вот и все. У него блэкджек. Второй раз, причем он уже разводит. И тем временем мы проебали уже $100, блядь.
За минуту просто. Так, ну оставляем. И хорош, отыграли. Про тех, кто в блэкджек и покер играет. Ну, в покер вот у меня есть один знакомый, он жил в Ростове-на-Дону. Он играл сначала в 2-3 окна на этом... Как он назывался, этот покер? Пати-покер, что ли? Или как он там? В общем, я не помню, как он назывался. И потом он начал играть в 20... Ой, в 20... В 12 окон. Короче, пиздец. Он начал поднимать где-то по 1500-2000 долларов в неделю где-то. И он перебрался в США. Сейчас закончил там академию фотографии. Стал каким-то крутым фотографом. И чисто поднялся на покере. Был хикарем вообще. Мы играли там с ним в одну игру по сети. Короче, я думаю, оставляем. Вот, и он, короче, нормально так поднялся. Но у него был лимит. То есть, если он проебывает 500 где-то в день, все, он остановится. То есть, такой у него был НЗ. Был человек, а стал фотограф, лол, да. Смотрите, а давайте попробуем сплит. У нас две одинаковые карты, вроде сплит работает на двух одинаковых. Сейчас попробуем. Так. 20! 19! Пацаны, вообще пушка. Стенд? Везде стенд у нас, блядь. Чё ты спрашиваешь? Чё за глупые вопросы, блядь? Воу! 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 Еее! Вообще. Хорошо сыграли. Правда, выиграли немного. Блин, надо реально по сотке ставить. Давайте по полтиннику хотя бы ставить. То так очень медленно будет. 7. 7, 7, 7 раз. Берём. Нет, ты прикинь, а он как еще самое интересное, как он учился играть в покер. То есть, он меня тоже немного заразил этим. Ну, я не знаю, я там, по-моему, поднял 100 баксов и дропнул. Купил себе, по-моему, этот... Игру на GameCube какую-то там или что-то еще такое. Там была прикольная акция, кстати. Регистрируешься, шлешь свой скан паспорта, и тебе дают 50 баксов, но ты их не можешь моментально снять, тебе их надо отыграть. Если ты их отыгрываешь за месяц, то ты можешь их снимать. Как бы такой хороший старт для покера. Вот, и как он учился играть, он играл во фриролы. То есть буквально там поднимал по 5-10 долларов, но играл по 12, по 20 часов. Потому что там первые, блядь, ну там набирается на фриролле типа 1000 человек, где-то так. И в конце уже там остается 100, и все серьезно играют такие. То есть никто не делает all-in на двух тузах. Вот. И он пиздец по 12, по 2 часов сидел на этих фриролах. Поднимал 10 долларов и был счастлив. Ну вот, как бы, его такое, как это назвать-то, усердие такое и желание поднимать бабло на покере ему помогло очень. Так, что фура мы делаем? Берем или оставляем? 16. Хуй знает, блядь. Можно даблдаун вообще сделать. Вдруг 4 выпадет. А вдруг 9, блядь, выпадет. И будет пиздец. Короче, фура, решай, я не могу принимать такие серьезные решения. Стенд, даблдаун или хит, или что? Надо решать. Фура, блядь, решай. То я сейчас сикать пойду, я уже не могу. Фура. Сука, фура специально, наверное, не говорит, потому что сыт. А, ну ладно, решу я, блядь. Да. Идти посикать. Не, пускай фура. Рики, реши ты тогда. Чё мне оставлять, брать или вообще рискуем на полную. В принципе, мы отыграли бабло, можно и рискнуть, и потом уже не рисковать. Даже не знаю. Серьезное дерьмо. Рискуем, чип говорит. Дабл жестко, пиздец, да. Ну ладно, раз чип говорит рискуем, то рискуем. Фух, 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 фух. Ну, ну.
Ничья, короче. Ну, нормально, 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 в принципе. Ничего никто не проиграл. Нормально, блядь. Не зря рискнули. Ничья, то есть мы зря вообще это делали. Блин, пацаны, опять такая ситуация. Чё мы делаем? Рискуем или хитуем? Давай, чип. Можно вообще сдаться, короче. Surrender. Чё мы делаем? Чип, давай, давай. То я не могу серьезное решение принимать. Рискуем? Рискуй, блин, ну давай. Двойной даблдаун принят. Фух-фух-фух-фух-фух. Два бомбля! Очень обидненько, очень просто обидненько, блядь. Все, мы больше не рискуем. $390 мы слили, все. Пиздец. 10, 20. О, блэкджек. Хорош. Ну, то, что мы рисковали, мы отыграли, как бы. Нормально. Так, полтос. Полтос на герандос. О, хорош. Просто пошло добро. О, ват! Два блэкджека, два блэкджека. Просто экшен вообще. Такие... Карты не играл никогда. 7, 9. Блять, страховка. Я боюсь твоих страховок. Поэтому мы делаем safe state. Ну нахуй тебе, блядь. Ну понятно все. Так, полтос на герандос. 7, 13. Давайте. Давайте рискуем. Дабл даун. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блять. Почему вот я не могу взять две карты? Сука. Пидор, мы опять все проиграли. Опять вернулись к этому. К корыту. Блять, похуй. Дабл даун, блять. Вообще. Сейчас мы выиграем 100%, пацаны. Ничья. Нигер. Сука. Так, давайте. 2-12. Че, рискуем? Рискуем. Привет, пир. Мы уже выиграли троих самых крутых чемпионов в рулетку и в покер. Я в покер въебал чисто как бог. Еще нам предстоит выиграть Никара и Бунина. Короче, пир, что мы рискуем? Давай, или как? Выбирай. Надо рисковать, мне кажется. Пиздец, будет охуенно. Рискуем. Окей. Ставим дабл бет, блядь. Опять ничья! Сука! Все, никак мы можем не уйти с этого 390. Опять! Опять пир! Че, рискуем или как? Рискуем пир или че? Сука, вот 12 самое худшее число. Зачем, Анька, блядь, 12 вообще? Рискуем, похуй, блядь. Три. Девять. Пиздец. Все проебали, блядь. Не, нахуй. Больше не рискуем, короче, пока. Поднимемся обратно до пятихаточки чисто. 18, да, хорош. Так, 390, вернулись на прошлое. Так. Блин, у меня уже $1100. 14, пацаны. Ну тут надо рисковать, я считаю. На 14 рискуем. В принципе, мы отыграли. Ну-ка, блядь. Блядь, сука. А, ну 240, нормально. Не так много мы проебали. 16. Берем, блядь, похуй. 20, нормально, оставляем.
19. Нормально. Отыграли, 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 отыграли. Нормально, нормально. Так, 340 у нас. 4-13. Блин, на 13. Вот 13. Я как бы, пацаны, в душе 13, блять, поэтому я рискну. Сука, давай. Давай, пожалуйста. 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 Блять, на это на 18, значит, надо рисковать. Блять, мы уже на 190. 4-13. Может, рискнем? Давайте рискнем. Второй раз 13 точно не подведет. Вот 100%. Нормально все будет. Ладно, ладно, берем. Берем, короче. Ну нахуй. 23! Ну сейчас посмотрим на гейм овер хотя бы. 5. 11. Берем. 14. Берем. 21. Стенд. Блин, у меня голова сейчас закружилась. 240. А, у меня что-то голова кружится, пиздец. Фу. 17. Ну, оставим. 14. 17. О, ничего. Хорош. Так. 15. Бля, не будем делать сейф стейт, то иди ты в жопу, блядь. 16. Блин, надо брать. То, что он выиграет по-любому. 26, сука. 13. Берем. 18. Оставляем. 17. Ничья. Блин, мы все продули уже вообще. 18 оставляю. 23, ха-ха-ха. Так. 13 берем. 19 оставляем. Надо подняться дальше, чтобы рисковать. 17 и дрюля. Так. 8. Берем. 14 берем. 18 оставляем. 20, пидор. Пидор, просто. Честно. Дабл даун, похуй. 14 нас не подведет. 15. 90. 13. Дабл даун. Ой, сплит, блядь, какой сплит, подожди. Сейчас посмотрим на геймовер. Все равно там есть сейв стейт. Сейчас проиграемся чисто. 15-20, 40 долларов. Ставим все 40. 17. А вдруг 2 будет, и будет 20. 28, все, блядь. Проебали. У тебя нет денег, чтобы играть в другую игру. Это конец истории. Game over. G-R. Ебать, вообще. О, графон. Тут нет континуумов, пацаны. То есть тут серьезное дерьмо вообще. А, saved game, давайте чекнем. What? Тут были пароли? Какие пароли? Тут не было паролей. Даже хуй нельзя написать. Хуй. Офигеть. Да, Рики, мы проебали все. Но у нас есть сейв-стейт, мы там будем играть уже менее так хуёво. Не будем рисковать, что там пир вкинул. Сейчас посмотрим. Плачущий Кинект. Лол. Квартиру, машину, дачу. Все проиграли. Проиграли все. Да, пир уже вбрасывали сегодня. Тут уже Морф обсудил, собирается покупать Xbox One. Берем. 16.
рискнем. Просто не могу не рискнуть. А, нельзя. Давайте так. 20. 23, найс. Не, ну он сказал, типа, если нормальные игры выйдут, все дела. Так, 21. Fuck yeah. Пошло добро. 17. Стенд. 22. Ха-ха-ха. Пацаны, а мы пошли, ну, к успеху. 20. Вообще найс. Сделаем сейф стейт даже. И больше не будем их делать. Это будет нашей отправной точкой. Так. 4, 12. Ну, дабл даун. Рискнем. 19. Yes! Fuck yeah! Вот это мы хорошо поднялись. Диш, ты хардлайнер. Что такое хардлайнер? Я не знаю, что это значит слово. 16. Даже не знаю, блядь. Квартиру, машину, дачу, тянок, героин. Короче, пир, чё? Пир, мы берем еще карту, чтобы у нас было 21, или оставляем? Решай давай. Ну подумай, пир, я тоже хуй знает, берем, да? Ну давай. Пир, блядь, сука. Из-за тебя проебали $100. 20. Вставляем, конечно. Отыграли. Так. 6. Сплит делаем. Уля. Хит. 16. Блин, 16 оставляем или нет, пацаны? Я даже не знаю. Это радикальный сред эдж. Стрейт эдж. Ну, блин, чувак, я бухаю. Какой радикальный стрейт эдж? Вставляем. Ну, на 14 рискнем все-таки. Потому что слишком мало 14. И туз, блядь, сука. Фак! Хотя не, у него было 20. Мы бы проиграли. Мы бы проиграли. Да, я не веган, я ем сыр, молоко, масло, мед. Хитую сейчас хитовать. На 15 хитовать. На 15 хитовать, я что-то боюсь как-то. 15, нет, нет, все, да. Оставляем, оставляем, оставляем. 17, блядь, надо было хитовать. Там первая троечка была, в принципе, хорошо было. Хит. 13, хит. 18, стенд, ну нахер. 19! 19, оставляем. Что же делать-то? Ничья. 16. 22, блядь. 21, хорош. Игрались. Не, есть веганы, есть веги, есть вообще сыроеды, как бы. Ну да, да, Морф вообще не смотрит стрим, как бы, забей, он не слышит меня даже. Блин, сплитуем, пацаны, сплитуем. Сегодня мы с тобой сплитуем! Да! 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 What?
Это пидор. У нас должны было быть два блэкджека, что ли? Офигеть. Гнида, блядь. Офигеть. 21, хорош. Продолжаем. 19 оставляем. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Берем. 6-6 сплит. Сегодня мы сплитуем второй раз. 16. Блин, сделаю сейв стейт нахер, короче, это дерьмо. Слишком как-то волнительно хит. 18. Оставляем. Хит, естественно. 18! Ну это хороший знак. Пожалуйста, пожалуйста. Не, пацаны, я не могу, блин. Надо выиграть у него. Вообще нечестно. Хит. Хит. 22. Не, не пройдет так. Бля, не обманешь систему-то, сука. Не обманешь систему. Сплит, хочу сплит. Ладно, так, может быть. Вот тут мы хитом больше возьмем. Хит. 18, хит. 23. Блин, вообще не вариант. Вообще не обмануть систему. Дабл даун. Может, другую карту даст. И тут дабл даун. Проигрываем так все. Ну, пожалуйста, вы сейчас прикиньте. Вот прикиньте, мы сейчас выиграем. 18? 18, лол, нет. Карты тут всегда одинаковые дается. Ну, на сплите, кстати, очень много можно поднять, оказывается. Не, у меня нету, кстати, в ДКС платины. Хит. Хит. Anyway, мы проиграем. О. Ничья будет. Хорош! Хорош, хорош, хорош. Хорош, мы, кстати, уже начинаем вести, пацаны. $800 у нас. Так, 10, 20. Хорош, стенд. Вообще, замечательно. 10, 20. Вставляем. Да, отыграл весь грей. Ну, сейчас, когда надо будет рисковать, я тебя буду спрашивать. Зеленый дворф. Так, 3-13. Вот сейчас можно рискнуть, в принципе. Мы рискуем, дворф. Сделаем сейв. Рискуем ли мы, дворф? Давай. Можно рискнуть, в принципе. Рискуем, давай. Ну-ка, блин. О, ничья, ничья. Нормально, не зря. Вообще не зря. Нормал. Так, 4-9. Ну, тут рисковать не надо, лучше возьмем. Стенд. 20, пидор, 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 пидор. 3-6, вот сплит. Так. На всякий случай. No. Так, давайте сделаем сплит и рискуем. Сплит и рискуем. 13, хит. 14, хит. 22, пиздец. Не, такое я не могу оставить просто так. Так. Еще обманем его сейчас на страховку. А, лол, когда у него блэкджек. А, я понял. Теперь я до конца понял, пацаны. Если у него блэкджек, мы даем ему десятку и отыгрываем десятку. Но в данном случае 25. Получается сплит.
Так, хит 14. Тут мы оставляем, короче. Тут мы делаем хит. И еще один хит. 23, да пидор, а? Вообще никак не выиграть. No. И сплит мы не будем делать. Хит. Хит. 18. Стенд, все. Там риск, короче, был вообще не оправдан. 21. Fuck yeah. 940. Неплохо. Так, 12. Вот сейчас можно рискнуть. Дворф мы рискуем или как? Дворф 32-29, блядь. Рискуем, давай. Дворф-то нормальный пацан, смотрите. Не зря рискнули. Так, 4. 14. Ну, тоже не хочу я тут ничего, блядь, делать. Хочу я иншуренс. I got blackjack, yes, все, заебись. Не зря иншуренс мы взяли. Ну, блин, Рики, просто я хочу узнать систему этих иншуренсов. Теперь я понял, я не буду больше. Так, 4, 10, блядь. 20! Оооо! 16. Ну чё, рискуем, Рики, рискуем? Как вообще, чё делаем? Выставляем. Не, у него король, то есть у него бой уже 10, 100%. Вдруг вторая еще король. Вторая карта король. Поэтому можно, в принципе, и рискнуть. Чё, рискуем, Рики, или чё? Хитуй. Хитуем. 23, бой. Ну, мы проиграли, anyway. Так. 10, 11. Хит, 15. Блин, карты чё-то говёные вообще пошли. Хит, блядь, 18. Ну, нет, дальше я уже боюсь. 21. Он отыграл уже своих тянок. Теперь у нас только полквартиры. 8, 10. Хит. Хит! 16! Ну нет, стенд, стрёмно. 21. Все, уже мы без квартиры, блядь. 21, хорош. Обратно отыграли. Так. 12, хитуем. 22, проиграли. Так. 13, хитуем. 19, оставим. Крутимся вокруг, короче, двух выигрышей и... 7, 10. Так, 20, хорош. 23, да, борьба за квартиру, да. Так. 9, 12, можно? Пир, чё, рискуем? Пир, мы рискнём или чё? Рискуем, давай. Не, можно дабл даун просто делать, как бы двойного дауна. Да! Еее, вообще просто 10 из 10. Так. 5, 15. Хотим ли мы неустойку? Блин, ну, пацаны, мы хотим неустойку или нет? Мне кажется, у него блэкджек 100%. Вот 100% у него блэкджек. Берем. Хорош. Хорош. Ничего не проиграли, короче. Почти. Так. 14. Чуть рисковать неохота. 24. Зря не рисковали. Так. 17. Чё, мы берем, оставляем. 17. Как-то опасненько брать, в принципе. Ну а вдруг туз выпадет и будет 18. Но также он может и перебрать карты. Хер знает что-то. Короче, Рики, решай. Стенд. Стенди. Ну давай, стенди.
19! 10. Ну тут надо брать. 21. Найс. Отыграли. 18 стенд. 18 ничья. Так, хит. 17 стенд. Переберет. Ничья! Вообще, просто не сдается, мужик. 11. Да, хочу я, блядь. Он выиграл $20. Это не был блэкджек. Тогда мы делаем даблдаун, соси. Сейчас проебем все, короче. Проебывать так по полной. 21! Да! Да! Еще раз, да. 18 оставляем. Хотя можно было рискнуть. Можно было рискнуть. Там был туз, он превращается в 1. 13 берем. 17 оставляем. 20 пита. Сука. 11. Ну, давайте рискнем. 19, да! Хорош. Отыграли прошлую ставку. 20, блин, блэкджек. Так, стенд. 19, ничья. Да, у него $400 уже, мы практически его раздели. Если будем по-быстренькому, то там уже 10 минут осталось до пира. Тогда рискнем. Да, фак, я не зря рискнули. 300. 17 оставим. Нахуй. 18 пидор. Так, 16 возьмем. 26 пидор. Блин, он отыгрался. 18. Оставим. 20. Ну что ж такое? Рискнем. Мало ли. Вдруг повезет. 23. Фак. Все, пошло говно, короче. 16. Оставляем. Питер, 17. Да он просто раздевает уже. Говноед, вот говноед. 9, блядь, давай рискуем. 17, да, хорош, не зря. Три ставки отыграли. 12. Блин. Блять, да это опять не блэкджек. Зато рискнем. 20, да, не зря, не зря. 12 берем. 13 берем. 23, фак. Да иди ты в жопу, блядь, не хочу. Это экшен. Неплохо. Да уж, борьба не на шутку. Ну, оставляем 20. 24. Ага. Так, 6, 5. Рискнем. 13. Да! 13. Вот сейчас, пацаны, сила... 13 просто спасла. Сила 13. 7. Берем 13. Второй раз может быть. 20, да. Хорош. 360. Почти отыграли, почти отыграли. 10 берем. 21! Найс! Просто, блядь, найс. Ничья! Петух, а, петух.
Так, 18, нет, не будем рисковать. Опять ничья. Так, 18. Но у него больше будет 19. Тут было понятно. Так, 9. Берем 14. Рискнем, 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 пацаны. А, нельзя, блин, после... так мы берем карту, нельзя. 21, найс. 17, найс. Отыграли. 16, берем, блядь. Зажигалка плохо зажигается, видишь, я не могу все. Рискуем, конечно, 21, найс. 20. Так, вот это самый тяжелый шаг, после 360 мы все не можем выйти. 17... У него точно больше 17, надо рисковать, 23, пидор. Ну да, anyway, проиграли бы. Так, берем. Оставляем. Ничья. 13, ну конечно рискуем. 17. Блин, у него больше 17. 100%. А, тут можно 100% рискнуть. 18, второй туз. А, да, а, не, мы бы выиграли, если бы я не брал карту, сука. Очень обидненько, но оставляем, ладно. Привет, чую. Так, 7, 17, оставляем. Блин, 360, этот рубеж просто непреодолим. Просто непреодолим. Рискуем, конечно. 14 было 19! Что-нибудь сейчас разобью. Пидор, вообще невозможно. О, найс, 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 найс. О, мы преодолели. Что там чувил вкинул? Хуйню какую-то, короче. Так. Так, 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 так. 10. 20. Найс, 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 найс. Оставляем. 285! 285! 285! 12 берем, конечно. 14 берем, конечно. А-а-а! 335! Fucking hell! 10-20, хорош. 23! 23! Е, 285, так берем. 11, 17, оставляем. Ну, у него больше, 100%. О, да! Да, блин, Чувил, ты сам о нем не знал, потому что он сегодня умер, или там вчера, и о нем все говорят. Поэтому, типа, о, он рисовал к Дюне, о, блядь, надо почтить. Поэтому все дерьмо и происходит такое. 15. 23! 23! Оставляем. Блять, 335 20, блин, вот знал я, вот знал. Так, ладно. Мы, короче. Прости, Рики. Я хочу выиграть просто уже. Делаем сплит. Если не прокатит, то сделаем честно. Хит. Найс, найс, найс. Мы сделаем. Даже знаете как? Мы сделаем даже дабл даун. И просто сейчас его как сосочку отделаем. Стенд. Дабл даун. Да. 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 У него осталось 185. Так. Мы делаем отправную точку. Все, больше после этого мы не делаем сейф-стейты и будем тут превозмогать. Ты был на выставке в 2012, ну блин, извини, ладно, ошибся, круто. Надеюсь, ты не обманываешь.
Просто реально все сегодня прям выкладывают картиночки. Ой, я там знал с первого дня, там смотрел его книги, блядь. Ой, книги, картины. Я супер крутой, мне так его жалко. Rest in peace, все дела. 14, 18, вставляю. Чё там Жак вкинул? Блядь, уёбочно. Смотрел его книги, лол. Ну, я оговорился. Просто я не знал об этом художнике, как бы я... О, да, вот мне кажется, это картинка, которую вкинул Жак. You won! 185, 12. No. Это был Black Jack, сука. Это был Black Jack! Ну да, я вот тоже знал, что он для чужого там, типа, делал что-то, арты какие-то. 17, норм. 24, норм. Блин, Пир, слушай, я доиграю этого чувака, тогда я тебе уступлю, ладно? Потому что надо его сегодня добить. 18, найс, найс, найс. Чуть-чуть осталось, видишь, уже 100 долларов. 13 берем. Еще постараюсь побыстрее. 21, найс. 21, ничья. Сейчас постараюсь спидраном, короче, быстро. 20, стенд. Так, you won. 85, 16, 16, 16. Блин, Рики, чё, мы делаем сплит? Это... Не, мы делаем сплит, короче, я даже сам хочу. 18, тут стенд мы сделаем, а там хит. Там мы сделаем хит, пацаны. 20, найс, 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 найс. Да! Еее, бой. 35 долларов. Просто как сосочку сейчас, как сосочку его. Поставим 35. А, нельзя. 40 поставим. 19. Ну, стенд. Сейчас он выиграет. Да! Вы посмотрите на его лицо. Он просто такой, what? Он просто охуел. Он такой, what? Я прям, я предугадал его реплику. Вообще просто пушка. Просто 10 из 10, вообще лучшая игра. Вот было бы клево, если бы сделали еще игру Героин Кит. Ты там типа маленький ребенок, не в казино играешь, а упарываешь героин. Короче, нам осталось выиграть самого крутого чувака. Рулетка с англичанином. Вот это будет жесть вообще, Николай Бунин, блядь, Блэк Джек. Огромные ставки, я боюсь туда суваться. Этот бородатый Жак, это просто жесть. Так, эту бабу мы выиграли. Покер, ну это нормально, я думаю, затащим, легко. И чё еще там? А, вот рулетка на 3, вот это вообще будет просто полный ад. И вот это более-менее нормально тоже. Короче, блин, не знаю, когда получится постримить. Может и завтра, хер знает. Но эту игру я пройду точно. Вообще просто лучшая игра. Сейчас рулеточку одну ебанем. Чисто летим. Уже день. Динамическая смена погоды. Все дела. Добро пожаловать в Англию. Сейчас соточку на 13 поставим. Соточку... А, не, давайте на красную соточку поставим. Если повезет, то будем ждать пира и играть. Так. Даже поставим, короче, 500 на соточку. Чисто риск перед концом игры. И сейчас красная, просто 10 из 10 будет. Чё там Рики вкинул? Лол, да, вот это вот лицо. Я, кстати, на аватарку поставлю это лицо сегодня. Он такой, what, типа... Красное! Воу, бой! Пацаны! Это спидран, казино. Офигеть. Don't get too excited, поняли? Please bet. Блин, сохранимся тогда тут. Пир, чё ты там готов начинать? Свой супер GameCube стрим.
Рики, давай, последняя ставка за тобой, пока пир не пришел. Черная, красная, или давай поставим на четное, нечетное выберем. Не, на 13 плохо ставить. Не-не-не-не-не, мы столько раз уже ставили на 13, я все проигрывал. Это опасная ставка, она очень дерзкая. 14 черная. А такого нет, 14 черного. 14 и черная, две ставки. Ну давайте, короче, на черное поставим 200. А на... что-то на 14... На 14 поставим десяточку. Так будет честно. На 21 поставить. Ну давай в следующем кону. Черное. Все, мы... Не, пир, я уже тебя жду просто. Я это уже не хочу начинать играть. Это просто чисто. You lost all your bets. Все, я выключаю тогда, да? Все, спасибо, пацаны. Чисто допрошли сегодня офигенный платформер. И это казино просто 10 из 10. Я обязательно теперь пройду первую часть. Она просто очень охуенно нарисованная. Музон, конечно, так себе. Но, блядь, она такое аркадное. Вообще лучше, чем в жизни прям играть. Нервы, я весь потный, я сейчас пойду помоюсь даже. Все, спасибо, пацаны, давайте. Может, завтра еще постримлю. Все дела. Вот. Это моя коллекция. Чисто купил за 10 баксов вчера. Все, пока.